Ладно, смотри, следующее у нас идет вот такая штука. Базар, я так понимаю, да? Прям это куда-то храм. Внутрь. Это храм, храм, да. Это у нас святилище хранителя, значит. Да. На площади, что ли, прямо? Там, где трус. Ой, трус, труп. Да, да, похоже. Этрусовый валяется. Похоже на то место. Сейчас. Не разложившийся на пыль. Либо на площади. Я думаю, вот это дело как раз и будет ключевым. Угу. Да. Так, я сохранюсь на всякий случай. Я буду сохраняться, чтобы у меня, если я по бутылкам сильно рассяду, я смог загрузиться просто. Угу. То есть из-за такой, из там 10 съеденных бутылок, конечно, загружаться не буду. О, да, это оно. То самое тело, видимо. Чем тебя бить-то? Переродилось. Ты огненный, по идее, тебя льдом надо бить. Потому что, смотри, как раз колдуны вот в этих вот перерождались. Ну да. И тело это лежало, мы все удивлялись, зачем оно там валяется, не пропадает. Не сопротивляйся, дитя, укройся под крылом чего-то там. Отошел. Вот это облом! Ого! Ого! Вот это он тебя, блин, конечно, прокатил. Сейчас мы его тоже прокатим. Огненный, значит, лед против него. Сейчас опять мелочи нас спавнит, аккуратно. Да, мы сейчас вот так вот сделаем. Во, можно бить. Бей, бей, бей. Ой-ой-ой, бежим. Он там какую-то ерунду сделал, стягивающую. А прикольно у него, ты обратил внимание, что у него сфера. Сфера в руках там, да, под кузом. Аккуратно. Смотри, до сих пор протягивает. А что это такое так долго? Ничего себе, Розенган, блин. Вставай в позу. Ага. Надо было сразу бить. Я не мог, там эти штуки висели. А. Ой. Еще одну сделал. Отходим. Вот в этот угол. Ага. Придется тут уходиться. Есть. Все. О, глаз. Обжигающая кровь с него, смотри. Угу, угу. Последняя как раз необходимая. Круто, отлично, круто. Отлично. У него маленькие ручки на животе. Ну да. Вот на самом деле иногда не хватает таких ручек. Когда ты идешь, тебе нужно дверь открыть, у тебя руки заняты. А, да, надо сохраниться на всякий сразу. Опа! Получилось, станем же свидетелями этого чуда вместе. Чтец Анагнос. Кто такой-то чтец Анагнос? А! Ладно, я жив. А ты подходить ко мне не будешь, да? Вот после этого... О! Смотри. Он его поднимает, что ли? О! О! Нифига себе! Лучей я таких не ожидал, да. То есть после того, как он сделает пух-пух-пух, можно к нему попробовать подойти поближе. Он там еще спавнит этого. Типа. Ну, это попозже. Ну, вообще, как бы, почти вставать под это пух-пух-пух не круто. Пробую уворачиваться тогда. Я просто к тому, что после пух-пух-пух идет пауза небольшая. А в идеале туда еще вот этих вот ледышек накидать, пока он стоит на месте. Чтобы они постоянно били его.
Не-не-не, погорячился. Подожди. Ага, и он тактику такой поменял, резко. Он тебя подслушивает. Что ты будешь делать, мне интересно. Лучи! Ладно, не больно. Фиговый маг. Ой, тихо. Не трогай труп. Достижение. А кто за. Что за Анагнос или как там его? Мы про него где-то хоть читали? Нет. Че он тут вообще? Откуда он тут? Ну да, здесь как раз мы с этим дрались. Седобровым. Крутой босик тоже. Ничего такие. Их было бы сложно бить, если бы у меня было где-нибудь 40-й уровень. Не знаю. Ну, давай, наверное, сразу к следующему. У меня пыли. А, ну 42 тысячи. Я, кстати, могу улучшиться. Давай, иди делай тогда. Хотя бы какой-нибудь этот... купи. Ты можешь сейчас у Шая посмотреть, есть у него безлимитные или нет. Ой, не безлимитные, а ограниченные. А я уже выкупил. Я сейчас астральный чаровит улучшу. У меня на него хватит. А дальше самородки надо выкупать или фармить в глубинах, по-моему. Hey, sweetie, what's up? Ну да, астральный я улучшаю. Вот. Теперь самородки. Еще два надо. Да, нужны еще самородки. Ну вот смотри, допустим, огненных боссов все, больше не будет, я так понимаю. Только самородок нужен. Нам нужен самородок, да. Но самородок ты сейчас можешь купить. Самородков нужно очень много, их придется покупать. Тут одного не хватает. А мне не хватит, наверное. Там 27 тысяч. А, на улучшение самородок, на самом деле? Да, само улучшение еще 1012 стоило. Не хватит, не хватит. Была пыль? Нет пыли. I look forward to your next visit, friend. Можешь щит накидать. Вон он. Красавчик. Круто, да? Как же красиво сделано. А, ну все мимо. Ой, что-то будет. Ты какой-то крутой магический прям. Ледяной. Как его? Хаймс, гордый король архонтов. Хаймс. Не-не-не, убивай, пожалуйста. О, заблокировал, повезло. Я, говорит, перекачан. Он меня дотолкал до лужи вот этой. И я на ней сдох. В общем, я уже понял, что по мне урон проходит. Начал из него выходить, а у него уже удары еще идут. Здесь же быстрее, по-моему, можно добежать с другого места, нет? Не знаю. Мощный. Такой прям чувствуется. Мощь такая у него, да? Да. Крутой лев. Ну ладно, давайте попробуем отсюда. Хотя, мне кажется, с той стороны... Там врагов просто меньше оббегать. Сейчас бы, правда, вспомнить от оружейной. Нет, не от оружейной. Предел архонтов. Факультет политологии. Предел архонтов или оружейная?
Не, здесь животное вообще круто сделано. Да, вот оно, это место. Не знаю, почему предложен был бежать с той стороны. Но вообще вот оно, как бы. Телепорт прям рядышком. У них прям даже вот мышцы ходуном ходят. Да, да. Динамика такая вообще просто. Все время жалуются в играх, что вот анимация плохая, что как пластиковые. Это даже слишком подвижный. Как локомотив, блин. Несется и понимаю, что сейчас кстати, будет больно. Ледяной же. А? Он же ледяной, почему я его астралом-то бью? Неудачно, по-моему. Столько луж наделал тут. И они не пропадают. Ай-яй-яй. Ай. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Не говори, гоп. А кто говорит-то? Ну ты так фукнул. Я выдохнула, что ты успел ночной выпить. Кот. Даже жалко котик, он очень классный, конечно, да. Да не, все тут классно, а крокодил только чего стоит вообще. Как он пузик делал перевороты. Да, да, да. А как на задних лапах такой бежит, у него пузико трясется аж. Опа, это же этот. Как его? Я так понимаю, с ним, наверное, надо. Угу. Это вы проводите испытание очищения? А, это ты, чужеземка. Должно Василий. Быть, сами боги привели тебя ко мне. Прикольно, с ним поговорить можно. Зачем вы здесь? Мне интересно, зачем вы здесь? Сегодня ночь Троицы. Как жрец святилища я обязан узреть это чудо, дабы снизошел на меня божественный свет. В этот момент боги звезд ближе всего к нам. Это важный священный миг для Афиса. В Афисе много магической энергии, а теперь она еще сильнее. Это тоже из-за ночи Троицы? Интересно, что ты это заметила. Да, когда звезды образуют идеальный равносторонний треугольник, боги становятся ближе всего к Афису. Сегодня ночью боги звезд будут благоволить нам. Астральную энергию можно будет ощутить в каждом уголке Афиса. Их милость сделает тех, кто наделен даром магии, еще сильнее. Никогда раньше не слышал о таком явлении. Это чудо! Ты так не думаешь? Вы сказали, что вы жрец. Служите в храме неподалеку? Да, временами. Но для меня нет ничего важнее Астрахинона, что на пике резца. О боги, как я скучаю по тем временам. Он отличается от обычных храмов? Следи за языком, чужеземка. Астрахинон... Главный храм Афиса. Он хранит нашу историю и величайшее сокровище, что даровали нам боги звезд – Нексус. Нет более великого места, чем священный Астрахинон. Запомни это. Астрахинон – это что-то из разряда Армахема. Поговорить о выборе веры. Каждый кусочек астрита – Нексус в Астрахиноне и Святая Троица. Все без исключения порождение великих богов звезд. Скажи, чужеземка, ты бы хотела уверовать в богов звезд?
Сказать, что верите в ветер. Сейчас он такой... Ага, ветер, да? Да как ты посмела? А мне нужно подумать, это что? А, ну, это не драться. Не драться, значит, видимо, понятно. Наверное, да. Я верю в ветер. Иду туда, куда он ведет меня. Тебе нет места на пике резца и в нашей истории. Ты недостойна спасения. Ой-ой-ой, обиделся. Вася, за базар ответишь. Просто вот. Ух ты. Круто. Ух ты. Василий, ты не прав, но хватит уже, но... Василий вообще берега что-то потерял. Смотри, оно там... И что мне с ним делать? Ползает за ним. Он не может вечно ее держать. А чем ее разбить, интересно, можно? Да я вроде уже всем подрал. Во-во-во-во-во. Давай. Надо разбить, наверное, физикой. Магия не берет. Ай, блин, не вижу. Начинается опять. А, все, не успели. Чем тебя бить-то, дурак? Мне кажется, когда ты вот эту штуку переходишь, он уходит за тобой. Его потом физикой нужно бить, как сундук. Ага, дамажит. Интересно, нужно здесь урон какой-то? Здесь нет такого понятия, как физ... А, нет, хотя есть. Но почему? Физическими атаками. Но они тоже вот, как бей. Что ты такое сделал? Он подошел и... О, сбивается точно. Вот тебе. Сейчас опять щит наденет, да? Скорее всего. Ух ты, ух ты! Ух ты. Фигура какая. Я думаю, стоять в нем бесполезно. Смотри, а щит он уже не накинул. Но зато он теперь скоростной какой. Да не. Слушай, я сейчас вот так сделаю. Все, тебе хана? Уходи, уходи. Ладно, почти. Отбивайся. Далеко уехал, гад. Ага, но он при этом ударит и не подходил, в общем-то. Ну все. Нет. Щит. Он щит надел. Ты посмотри, какой, а. То есть теперь ждать, когда у него свалится эта ерунда его? Да. Купол. Подкатывает тут ко мне. Я не такая, слышь? Вась, ты это... Осторожнее, она не такая. О, давай. Мечом, мечом, мечом. Да при чем тут мечом? Без разницы, чем бить. Просто надо пробить щит и все. Да? По-моему, мне без казалось, разницы, чем тут ты пробивать. Ты когда подбежал, он свалился? Нет, я подбежал, когда он уже свалился. Нет, ты его разбил. Нет. Я его разбил магией. Точно так же вот стоял и пулял. Все, по-моему. Ну, просто надо урон какой-то нанести и все. Ой, магия вообще не наносит урон.
Смотри, как мало. Не, ну смотри, сбил щит. Вот сейчас нужно усиленный луч этот, который ты обычно делаешь. Уходи. Ему магия не наносит урон, пока он в этом куполе, в принципе. От способностей от моих. Почему? Ты вот этот удар мощный делал, который накапливающий. Он пробивает его в этом. Ну, тоже верно, да. Поэтому вот самый удачный вариант, пока он на себя броню не надел, делать вот этот удар крутой. Что там за звуки? О! Чего он сейчас будет делать? Вот, вот эта дурацкая способность, ее не видно. И больно бьет очень. Сейчас поедет. О, блокирует. А вот это, наверное, не заблокирует, да? Заблокировал. Ага. Сейчас пойдет к тебе. Давай. Ага. И уходи сразу. Окей. У этой обилки КД есть какой-то, да? Гад, не отодвигай. Эх. Не достанет. КД нет. Угу. А, и броню надел. И она не сняла, вот эта обилка ему сейчас, броню. Бей, бей его. Да я не могу же анимации. Тут на количество ударов как бы... Он когда под двойным щитом общий урон не проходит. Угу. Здесь. Да. Сейчас подкатит. Ага. Сейчас пшик, потом. А! Вот так тебе, Василий. Нефиг. Нафиг. Чудо. Мы Василия убили, если что. А это же этот местный тут был. Сам виноват. Пусть не лезут. Здравствуйте. Мы пошли. Ой. Ну ты еще сейчас помри тут. Еще умереть. Сейчас я этих уже добью. Хорошо. Ну, кстати, я бы мог отдыхать и восстанавливать себе здоровье после боя, потому что я все равно, если уже умер, то все резнулись вокруг. Прячется за колонну. А какие там колонны были? Да, там неудобно за колонны. Там, там позади колонн был... Не знаю, как сказать. Стена, короче, была магическая. Там не прячешься особо. Hey, sweetie, what's up? Так. Ледяной или огненный? И то вкачано. У нас, получается, еще остался босс грозовой и астральный. Без разницы. Я, кстати, не совсем понимаю, кого, чем бить грозовых, допустим, зверей. Астралом? А астральных, получается, чем бить? Льдом или огнем? Но не грозовым точно. А, ну там вообще стихии другие, фактически-то. У нас еще есть водные монстры, которые от грозы получают больше урона. А у нас нет такого.
А, лед бьется грозой, кстати. Это вода. Ну да. Ладно, без разницы. Забираю ледяной пока. Он более универсальный. Все. На максимум. Адепт магии. Мы там еще внутри... Телепортом разберемся. Внутри нашли этот... астерит вот какой-то очень крутой. Вот оно, вот оно. Да, да, да. Вот. Вот этих, по идее, надо огнем бить, насколько я помню. Что сейчас какой-то кристаллический будет, видимо. Я уже думал, мы сейчас опять будем титана лупить. И не сохранился. Сохрани сейчас. О, точно. Так, здравствуйте. Бездыханный. Что ты умеешь делать? Ого. Запахло волом. Что это там с боков летает? Мешаться будут вот эти вот. Ух ты. Вот пакость. Три раза стреляют. Ай-ай-ай-ай. Ой, он тоже что-то делает. Повезло. Офигеть, как повезло. Ой, энергия кончается. Звездная пыль. Могут ли камни дышать? С первой попытки, между прочим. Как бы это ни странно. А вот где еще один босс, я даже примерно сейчас представить не могу. Это на новых территориях уже. А, все, то есть можно... Угу. На пике резца, короче, это уже. Угу. Ну, понятно, у нас там на пике резца много чего.